Эми, в чем дело? Я ожидаю послания. Какого послания? Послание в бутылке от пиратов прошлого. И так как мы далеко от моря, ты решил приманить его сам? Почему нет? Погляди! Вода в наличии. Глубоко? Еще как! Совсем как в море! Тогда позволь мне помочь тебе, или ты будешь ждать здесь вечно. Привет, ребята! Давайте сделаем что-то очень необычное. Настоящую пиратскую бутылку с посланием. Я приготовил картон. Сэмми, сегодня мы не будем использовать картон. Если ты хочешь просто нарисовать бутылку, кисти тоже готовы. О, Сэмми, для этого крафта тебе нужно пробудить своего внутреннего Микеланджело. Это начинается, Сьюзи! Я уже чувствую! По крайней мере, теперь у тебя борода, как у Микеланджело. Кстати, ребята, знаете ли вы, что Микеланджело знаменит не только своей статуей Давида и легендарными картинами? Он также был гениальным архитектором. А как насчет Микеланджело из «Черепашек-ниндзя», а? Я сомневаюсь, что он умел рисовать картины или делать скульптуры. Но он сражался со злодеями и очень любил пиццу, как и я. Ребята, если вы любите пиццу так же сильно, как Сэмми и Микки, ставьте нам лайк. У тебя есть набросок нашей будущей поделки? Нет, я включу креатив и дам волю воображению. Только представь себе, пиратский корабль напал на судно. Взойдя на борт, пираты заметили, что это королевский парусник. Началась страшная битва, и пираты потерпели поражение. И вот в самую последнюю минуту своей жизни... капитан пиратов спрятал карту сокровищ в бутылку и выбросил ее за борт. Бутылка покоилась на дне моря сотни лет, на ней росли кораллы. И все же ни у кого в целом мире нет шанса отыскать сокровища без этой самой бутылки. Ух ты, Сью! Ну и история! Итак, что же случилось с сокровищами? Увидишь, когда мы закончим наш проект. Сью, ничего личного, все получается здорово, но это совсем не похоже на бутылку. Это как раз то, о чем я хотела тебя попросить. Я доверяю тебе самое важное. Не мог бы ты выбрать подходящую бутылку? Спасибо, это большая честь для меня! Ты не будешь разочарована! Даже не сомневаюсь. Кстати, мы уже на финишной прямой, ребята. Мне не терпится увидеть результат. Это значит, что я скоро смогу поиграть с бутылкой? Не так быстро, Сэмми. Пожалуйста, включи духовку. Духовку? Ты хочешь печь печеньки между этапами поделки? Нет, так как это полимерная глина, нам нужно ее немного обжечь, чтобы она застыла. Положим все наши детали на противень для запекания. Духовка готова! Теперь нам нужно запечь все при температуре 130 градусов Цельсия. Ребята, лучше попросите взрослых помочь вам на этом этапе. Давайте продолжим. Сэмми, ты нашел бутылку? Конечно! Держу пари, тебе они понравятся. Нет, ты будешь поражена! Звучит интригующе. Неси ее сюда. Уже несу! О, нет! Похоже, мои занятия баскетболом все-таки не прошли зря. Святые вафельки! Сью, я такой неуклюжий! К счастью, ты суперловкая. Вообще-то ты молодец, Сэмми. Бутылка просто идеально подходит для нашей поделки. Я также сделал подставку для нее. Вот, держи. Чудесно, Сэм! Бутылка отлично в ней помещается. Но давай теперь добавим немного декора. А начнем мы с этих прекрасных морских водорослей. Теперь прикрепим коралловые полипы, которые мы сделали в духовке. Вот так. И еще немного водорослей. Сью, я принес свежую порцию кораллов. Спасибо, Сэмми! Они будут идеально смотреться вот здесь. И не забудем о наших удивительных глубоководных грибах. Несколько финальных штрихов. Сью, ты забыла ракушки! Спасибо, Сэмми! Ты прав, так выглядит намного лучше. А вот и наш главный элемент декора – осьминог. Сью, пусть он обернет свои щупальца вокруг бутылки! Классная идея! Между прочим, осьминоги очень интересные существа. У них три сердца, прямоугольные глазные зрачки, голубая кровь, более 10 тысяч вкусовых рецепторов на каждом щупальце и высокий интеллект. Впечатляет, да? Ребята, я только что проверил! Это все правда! Зачем ты проверял? Я никогда тебя не обманываю, Сэмми! О, да? А помнишь, как ты сказала мне, что мороженого не осталось? Это была наглая ложь!
Я просто забочусь о твоем здоровье. Иногда нужно есть и брокколи, а не только мороженое. Давай не будем сейчас спорить. Знаешь, глядя на наши восьминога, я подумал, что нам надо добавить побольше деталей, чтобы вышло еще реалистичнее. У тебя столько гениальных идей! Крошечные детали могут изменить все. А сейчас небольшой фокус. Хоп! Думаю, что так будет лучше. Что скажешь, Сью? Это чудесно, Сэмми! Разве может быть иначе, когда работает великий декоратор? А теперь запечем наш шедевр в духовке. Чем раньше мы начнем, тем скорее закончим. Ждать придется недолго. Всего 10 минут. Скоро увидимся, осьминог! И барабанная дробь. Та-да! Выглядит так здорово! Не пора ли уже раскрашивать? На этот раз ты совершенно прав. Давай, неси сюда краски. Сейчас вернусь. Тебе нравится эта цветовая палитра? Ух ты, классно! Металлические оттенки как раз подойдут для нашей бутылки. Посмотрите, как эта краска мерцает! Ребята, а вы знали, что в мире есть 350 оттенков коралловых полипов? Их цвет зависит от органических примесей в воде. Значит, я был прав, выбирая все эти краски! Кстати, ребята, вы можете взять любые цвета по вкусу для вашей поделки. Сэмми, это все замечательно, но ты не хочешь мне помочь? Конечно! Ты же знаешь, что я великий художник! О, Сью, думаю, мне нужен перерыв. Эх, так и знала, что придется все делать самой. Неплохо получается, но, кажется, чего-то не хватает. Добавим немного золотых оттенков. Готово! Совсем другое дело. Вау, просто волшебно, Сью! Ты как раз вовремя, мне очень нужна твоя помощь. Я к твоим услугам. Сейчас возьму кисточку и иду. Она выглядит как настоящая! Ага, как будто мы только что подняли ее со дна моря! Ребята, давайте рассмотрим как следует! Я вижу, ты нашел что-то интересное. О, брокколи! Сью, это настоящая пиратская карта сокровищ! Ты можешь в это поверить? Я надеюсь, мы найдем много конфет, попыток и ярких наклеек! Кажется, тебя ждет невероятное приключение!
Сэмми, подожди! Ты забыл попрощаться с нашими друзьями! Ой, извините, ребята, я уверен, что вы меня поймете. Трудно думать о чем-то еще, когда чувствуешь запах приключений. Ставьте лайки, если вам понравился этот крафт, и подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока!